Здравствуйте, друзья, вы на канале Sim Racing from Zero. С вами Борис. Hello everyone. This is Sim Racing from Zero channel, and my name is Boris. So, race. Testing race or training race. What the hell? I was fastest. Okay. Okay. Oh. I think the soft tires. I mean hard. Okay, let's go. Let's go. Surprise, motherfucker! Oh, how many spinions? Сколько испанцев впереди, а? Руки-то чешутся. Упс. Пенальти. Do anything stupid, man. Знал, придурок, а? Ну все, ребята, это ну, тренировка. Сейчас я это догоню, этого пса, я его. Урод, блять, а? Вот тварь. Тварь, а? Вот тварь. Thank you.
piece of shit. Сейчас будет экшен, ребята. Я хочу унизить эту тварь. Да ёпрасоте! Где этот ублюдок? До свидания, пес. Испанский. Ну, сразу вышел. Вот такие лохи вообще. А, вон он, да? Тут там Макс Хулиган там впереди.
9:40. Вон она на 6-м месте. Так, где? Вон этот пес на 5-м месте. Да, вот он пес, сейчас я его... Сейчас ты псина схлопочешь. Просто киплю от злости вообще. Этот кусок дерьма. ДТКП убивает резину. Сильно. А у нее не ДТКП. Давай, пит-стоп.
управлять. Ух ты. А, не догоним, конечно, за такое время. Не, ну козел, а. Ну сейчас он попадется мне сейчас. Если он сейчас попадется, я его уже сейчас убью. Тварь эту. Быстрее едет. Да такой пит-стоп делать, это вообще издевательство просто. Так, вот он ты. Ну иди сюда, красавчик. Иди сюда, родной. Чё, Макс, что ты делишь? Так, 7 секунд, очень много, ну да. Наша цель достать его. Сейчас. Да. Неужели не догоню, а? Не понял, ты что, отрываешься?
trust it. Гоним. Не знаю. Пять и три. Ну чё, свинья? Сейчас ты у меня будешь жрать говно, тварь. Он Карлос это хорошо прет. Так, менее 3 секунд, 4 круга до финиша. Пусть вот уж проигрывает здесь, мразь. Сейчас. Никуда ты не денешься, урод. Сейчас, лузер. Ну что, готов к расплате, испанская свинья? Слышишь? Ну чё, мразь, готова? Урод, блин.
Меня аж это вообще... Лошара. Ух, лох. Я ему еще напишу что-нибудь там. Что типа, эй, обезьяна. Сидит там сейчас, наверное. Каврон, каврон. Пута матре, пута матре. Обезьяна. Если ребята близко. Очень сильно потеряли в темпе ребята там. Прямо вообще жестко. Вообще. Боролся бы. Если б не эта обезьяна.
такая, задача выполнена. Испанец унижен. Кусок дерьма какой, а. Ладно, сейчас уже спать пойдем. Ой. Там мы еще напишем, что он лох. Ладно, ребята, что, посмотрим сейчас, да, пятое место. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем до встречи, всем пока.